3 мая зацветает лорд. Поздняя клубничка, поздняя, крупная. У нее вся такая крупная. Вот у нее и цветки такие красивые, крупные. Ночью тепло, поэтому черных серединок в этом году нет. Обычно всегда первые цветочки пропадают. Пропадают они не только из-за минусовой температуры. Даже плюс 3 для них губительно. У них чернеют серединки и все. Ну, в этом году, надеюсь, что будет хороший урожай. Вот, я подкормлю ее. Вот, делаю для нее жратву. Буду сбраживать свежий навоз. Да, это у меня маточник. А это вот в прошлом году посадила вот такую вот малюсенькую деляночку. И она тоже уже начинает цвести, мои маленькие красотулечки. Вот. Такие они неплохой имеют вид, эти пересаженные растения. Это лорд.